что за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? Эмигрирует на Марс? И вы думаете, вы эмигрируете? Я говорю свое личное мнение гражданина Российской Федерации. И главное, мультики АСЛ. На Украину гляньте внимательно. Подумайте серьезно. Ну и думаю, что нашим ответственным лицам тоже надо переоценить и пересмотреть уровень взаимоотношений. Тигран Кеосаян. Прежде чем говорить о нашей родине Казахстан, ты следи за своим речевым аппаратом. Ведь желающих стало много починить твой речевой аппарат. Не стоит гнать бочку с разгона на Казахстан. Ведь твой зубной состав может сдвинуться с места. Кто к нам с мечом придет, тот и от меча умрет. Кто ты и что ты, чтоб так отзываться о Казахстане? У тебя ни фланга, ни родины. Кто ты? Что ты? Если ты конкретно мужик, да? Я гражданин Республики Казахстан, Олжастаем, вызываю тебя на бой. Я покажу тебе казахстанскую силу. Казахстанскую силу и уберу тебя чисто казахского шапалаха. Если ты достойный мужик, если ты еще можешь так называться мужиком, да? Прими мой вызов. Если ты не мужик, а каракатын, то надень юбку. Встань на колени и попроси прощения у всего народа Казахстана, а не то я, Олжастаем, приду за твоей головой. И прежде чем спать ложиться, ты закрывай все дверные замки на замок, ведь я приду за твоей головой, приду за твоей головой. И затем острые козырьки из твоей головы сделают холодец и будут твоей головой кормить всех бездомных собак и кошек. Мы, казахи, живем по такому принципу. Нас никто не трогает, мы никого не трогаем. Раз ты нас затронул, жди беды. Олжастаем, всегда на связи. Как-то так.